девчонка маленькая, она вот, мы уже знали, что отец погиб, и она бежит и кричит: «Дядь Юр, дядь Юр, скоро приедет папа». И вот получилась песня, которую я назвал «Разговор с портретом». Дочка с папой говорит, у портрета стоя, у меня котенок спит, плачет кукла Зоя. Во дворе мальчишка Сашка, у него собак, а еще машинка есть, а еще есть папа. А когда же ты приедешь, мама обещала, я и кукла моя Зойка побежим к вокзалу. Платье лучшее надену, как на день рождения. Мама торт нам приготовит, вот будет веселье. Мы с тобой пойдем по парку, пусть увидят все, что у Кати папа дома, а не на войне. И девчонка горько плачет, рядом плачет мама. Никогда они втроем не придут с вокзала, лишь усталые глаза на большом портрете, да кровавая звезда на бурбурной ленте. Во дворе мальчишка Сашка, у него собака, а еще машина есть, а еще есть.